Добрый вечер, представьтесь. Нападающий Лиль, команды Мухопада Сергей. Как ваше впечатление об игре? Такой немного хоккейный счет большой получился. Ну, мы собрались перед игрой в связи с текущими результатами последними. Вот. Неудачно они сложились, поэтому пришлось поговорить. Много моментов обсудили, я думаю, наша беседа пошла на пользу. Каждый старался биться друг за друга. И сегодня мы увидели настоящую командную игру. Вот. И я считаю, что это только начало. Вот. Дальше слишком много матчей будет. И в них также нужно будет показывать такой же уровень примерно, не опускаться ниже. Вот у вас была безголевая засуха, сегодня вы прям разошлись, с чем это связано как-то? Я просто решил опустить все мысли по поводу голов, я решил с ним сыграть на команду, но так же получилось, что срезонировали мы весь с командой, и она сыграла на меня, я на нее. Вот результат. Все, тогда удачи вам в дальнейшем.